Мэр Анапы поблагодарил коммунальщиков, а также правоохранительные надзорные органы за работу в новогодние праздники, которые в Анапе проходят в штатном режиме. Нужно до конца сверить часы, чтобы наши с вами силы, средства все были в полной боевой готовности для выполнения любых нештатных ситуаций. Ну а что касается непосредственно самого проведения новогодних праздников, то здесь я искренне, конечно, хочу поблагодарить всех без исключения. Все службы коммунальные, все службы инфраструктурные, все службы чрезвычайные, надзорные, контрольные, глав округов, потому что в целом и в общем наш с вами праздник не был омрачен ничем. Все прошло очень штатно, все прошло стабильно. Мы, как с вами договаривались, в таком же ритме будем продолжать, без всяких громких фестивалей и салютов, исключительно культурные, патриотические, спортивные, детские, познавательные мероприятия. Здесь осталось-то чуть меньше недели, все равно, чтобы наши горожане все могли подзарядиться, отдохнуть и уже с 9 числа вместе в Бог. Василий Швец поставил задачу уделить особое внимание организации бесперебойной работы общественного транспорта и энергоснабжения, своевременному вывозу мусора и уборке прогулочных зон, центрального парка, театральной площади, пляжных территорий. Начальник отдела надзорной деятельности Дмитрий Суханов акцентировал внимание на необходимости методичной работы по профилактике пожаров, а депутат ЗСК Николай Марарь на надлежащем санитарном состоянии Пионерского проспекта. Мониторим, давайте отрабатывать все-таки, значит, ЖКХ Приморским. И продолжаем дальше выбирать. В целом, уже можно сказать, что с началом рабочей недели, хотя и выходные, и всем продолжение отпуска небольшого. И с наступающим вас всех Рождеством. Все обращения, поступившие в муниципальный центр управления, отрабатываются оперативно совместно с ответственными службами. В течение зимних каникул все городские службы продолжат работать в режиме повышенной готовности, а объекты ЖКХ – в штатном. Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа регион.